Так, доброе утро. Всем привет. Так, всем привет. Что, двигаемся дальше? Четвертый день марафона. Я жду какое-то время. Даю время подключиться. Надеюсь, утро у всех добренькое. И я вот не знаю, как в Телеграме там есть какая-то возможность дать обратную связь, вот, что вот, а то я так как-то сижу тут в комнате, как будто бы один. Обратную связь, что вот я готов, там, я готова, ну, или ВКонтакте написать. Я готов к занятиям. Там, по-моему, можно руку поднять или что-то еще. ВКонтакте можно что-то написать. Какую-то обратную связь дайте, пожалуйста, пока собираются люди. Так, да, вижу обратную связь. Боря руку поднял. Да, ребята, кто присоединяется, руку поднимите или что-то напишите ВКонтакте, кто готов заниматься, чтобы я понимал, что Катя, чтобы я понимал, что есть какая-то у нас обратная связь. Вижу. Люди есть. Вот, ну ладно, там большинство будут записи смотреть. Будем начинать. Вот совсем, совсем укорачиваю медитативную настройку, потому что у нас большой материал. Сегодня будет новый материал, комплекс очистительных пранаям. Ну и повторим тот уже, который мы делали, соответственно, это будет и разминка, и сразу же разминка для дыхательной системы, и сразу же, собственно, пранаямные техники. Вот, для начала просто сидим. Сидим, чувствуем, что происходит прямо сейчас. Дайте себе возможность, важно научиться кайфовать и получать удовольствие просто от того, что внимание заходит фокусом своим, вот в это сейчас, в ощущение. То есть, как мы можем зацепиться за сейчас? Через ощущение, через наблюдение процессов, через активное слушание, активное смотрение, да, видение. Хорошо. Можно немножечко прикрыть глаза и побыть с собой. Прям вот у меня сразу поток включается, и хочется так посидеть часок. Посидеть, так покайфовать, понаблюдать, потому что поток будет усиливаться, усиливаться, и ощущения будут прямо такие плотные, интенсивные. Но у нас тема дыхания. Все, открываем глазки и встаем. Встаем и чувствуем силу нашего дыхания. Для начала разомнем немножечко. Чуть-чуть. Такая у нас укороченная разминка. Пальчики размяли, вверх-вниз, вверх-вниз, покрутили. Давайте сразу ступня и пальчики крутим в одну сторону. Сейчас надо синхронизироваться, посмотрим, как мозг наш справится. Вторую сторону. Теперь колено, локти, вот так. Локти в одну сторону, колено, ну, стопа в другую сторону. Так, теперь поменяли в другую сторону. Хорошо. Встряхнули. Теперь
Ножки поменяли. Опять руки в одну сторону. Другую сторону. Посмотрим, насколько тело справляется. Ага. Покачались. Плечи. Хорошо, вверх-вниз. Вдох, выдох. Хорошо. Покрутились. Основное сейчас уйти в расслабление, в такую мягкость, в плавучесть, чтобы по телу все двигалось свободно. Хорошо. Таз отдельно. У нас дыхание участвует, область живота с диафрагмой, с ребрами, спина, ну, в общем-то, как иннервация диафрагмы шеи в другую сторону. Поэтому нам надо все это вот запустить. Давайте ладошки на почки. Погладили почки. А, хорошо. Теперь ножку одну подняли, покрутили. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Вторая нога. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Угу. Еще раз постучали пяточкой по ягодице. Угу. И давайте такое сделаем. Позу всадника. Садимся. Ладошки перед собой. Угу. И так. Ладошки перед собой, и нам надо скручивающее движение создать, а потом по диагонали, давайте, раз, два, и по диагонали ножкой, раз, раз, два, три, раз, два, три, и ниже садимся, раз, два, три, раз, два, три. Вот тоже задача для тела, для мозга, создать такую синхронизацию с дыханием. Хорошо. Ножки чуть вот, вот так. Ниже таз. Опустились. Параллельно полу. Угу. Правая рука, правый локоть вверх, левый вниз. Посмотрели. Вдох вверх. Выдох. В другую сторону вдох. Выдох. Вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Опустились ниже, локти в колени. Хорошо. Теперь ножки соединили, в наклон ушли. Отшагнули правой ногой. Ручки вверх, вдох. Опустились в нижнюю форму, да? Собака головой вверх, да? Собака головой вниз, да? Правой ногой. А вдох. Опустились в наклон. Выдох. Поднялись вверх, вдох. Опустились вниз. Выдох. Левый отшагнули. Вдох. Нижний упор. Выдох. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Левой ногой шагнули. Вдох. Наклон. Подшагнули. Выдох. И руки через стороны вверх. Вдох. Еще раз наклон, выдох. Вверх, вдох. Вниз, выдох. Вверх, вдох. Чередуем прогибы.
И вытяжение. Выдох. Теперь вверх, вдох, замок. Вдох. Выдох, замок. Выдох. Не так дышим. Вот здесь вдох. Выдох. Поменяли. Наверх. Вдох. Выдох. Вниз. Вдох. Выдох. Вверх. Вдох. Голову потянули вперед теперь. Выдох. Хорошо. Бросили все. И волнами. Раз. Два. Три. Убеждаемся, что весь позвоночник включился. Боковые. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Итак, первые 4 разогревочных цикла. Очень простых. Делаем вдох. И на вдохе манипуляции руками, ну, плечевой пояс разогреваем. Вдохнули. Задержали дыхание, щеки надули, руки вперед. Да, вдохнули. Выдох, втягивание живота. Тянули. Отпустили. Руки через стороны вдох. Вниз выдох. И восстанавливаем вдох. Дыхание. Выдох. И еще один вдох. Выдох. Еще один вдох. Остановились здесь, развернули ладошки и ступенчатый выдох со звуком с. Стороны вдох. Создаем сопротивление и выдыхаем. Вниз вдох. Вдохнули. Задержали дыхание, руки назад крутим. Щеки надули. Да, вдох. Агнисарадха ути животом. Хорошо. Отпускаем живот, делаем вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь ступенчатые выдохи, очистительное такое хорошее дыхание. Ступенчатые выдохи с опусканием рук ступенчато. Вдох. Сопротивление. Хорошо. Руки через стороны. Вдох. Вернее, сначала вдох.
центре, руки задерживаем дыхание, руки вверх вниз. Щеки надули. Да, вдох. Выдох. Агнисартхаути. Хорошо. Отпустили живот. Вдох. Выдох. Вдох. Дыхание уджхая здесь. Выдох. Вдох. Выдох. С сопротивлением выдыхаем очистительные выдохи. Вдох. Задержка дыхания, щеки надули. Хлопаемся по лопаткам. Да, вдох. Выдох. Тянули живот. Отпустили живот. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вот у нас 4 было цикла таких разминочных вот для всей вот этой зоны. Теперь начинаем поглаживать грудную клетку на вдохе. Или давайте простукивать. Делаем медленный вдох. Хлопаем. Вдох закончился. Держим. Чтобы выдохнуть, делаем кулачками 3 удара. И выдыхаем. Тянули живот. Хорошо. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще один подход. В конце, когда вдох закончится, проглаживаем, проглаживаем, проглаживаем. И в какой-то момент начинаем довдыхать. Пробуем вот это упражнение, то есть упаковка. То есть мы увеличиваем объем дыхательной системы, объем легких, объем грудной клетки.
Поехали. Вдох. Медленно вдыхаем. Когда все вдохнули, гладим. И пробуем упаковывать, как будто бы коктейль из трубочки пьем. И выдох. Со звуком ха. Втянули живот. Руки через стороны, вдох. Выдох. Вот это были основные, ну вернее не основные, а 6 очистительных техник. Вот сейчас немножечко передыхаем, передохнем. Давайте немножечко шею активируем, назад, вперед. Право-лево смотрим. И боковые наклоны. Пускаем голову вниз по кругу. Раз. Два. Три. Другую сторону. Раз. Два. Три. Угу. Теперь вторую серию делаем, более плотную, не такую растянутую, как у Абхати, Бхастрика, задержка на вдохе, задержка на выдохе. Как у Абхати, Бхастрика, задержка на вдохе, задержка на выдохе. Очень, очень просто. Поехали. Капала Бхати. Выдохнули. Теперь хастрика сразу же. Выдохнули. Делали вдох. Надули щеки. Плечевая помпа. Да, вдох. Выдохнули. Ножки вместе. Уджаем. Вдох. На носочках потянулись. Наблюдаем за состоянием. Выдох. Сейчас нам надо сбалансировать все. Вдох. Выдох. Выдох. Хорошо. Второй подход. Капала Бхати. Чуть побыстрее так начинаем.
выдохнули. Хастрика. Плечи заворачиваем, сворачиваем. Выдохнули. Зажали ноздри. И говорю, вдох. Надули щеки, подбородок внизу. Приседаем. Да, вдох. Выдох, манипуляция, живот. Отпустили живот, ноги вместе, руки вперед. Вдох. Вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Почувствовали, что там происходит внутри. Как меняется восприятие пространства, себя. Следующее капалабхати, бхастрика и так далее. Чуть побыстрее. Давайте с руками. Хастрика. Животом погладили животик и поехали. Выдохнули. Вдохнули. Надули щеки. Хорошо. Руки вверх, вниз. Да, вдох. Выдох. Ножки вместе. Руки в стороны, вдох. Выдох. Вдох. Ну как? Двигаемся. Чувствуется разница? И четвертый, заключительный. Капалабхати. Как будто баскетбольный мяч бьет. Выдохнули бхастрика, живот и плечи. Вдохнули. Надули щеки. Качаем право-влево.
круговые движения. В другую сторону. Да, вдох. Выдох, живот. Ноги вместе. Отпустили живот. Ручки вверх. На носочках. Выдох вниз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, идем. Заключительное упражнение. Несколько приседаний с выдохом вот таким. С резким выдохом. То есть вдох у нас. Встали. Через стороны вверх, да? Ой, да. Да. Ой, да. Садимся. Ну что, круто сегодня подышали. Поделитесь потом впечатлением. Вот, и заминка небольшая. Нади Шатхана. Два пальчика. Указательный и средний. На межброви. Активируем точку межброви, там лимфоузелки есть всякие. Вот. Остальные пальчики у нас, большой палец правую ноздрю пережимает, перекрест мизинца и безымянного левую. Вот. И начинаем медленно вдыхать по позвоночнику. По позвоночнику вверх и вниз. Дышим вдох. Двумя ноздрями. Выдох. Чувствуем на ладошке вот здесь дыхание свое. Вдох. Дыхание носом. Выдох. Вдох. Две ноздри. Выдох. Две ноздри. Вдох. Правую пережали, слева вниз, выдох, внимание пошло вниз. Правый вверх, левый вверх, извиняюсь. Поменяли ноздри, справа вниз. Правый вверх. Лево вниз. Левый вверх, право вниз, правый вверх, лево вниз, левый вверх, право вниз.
Правый вверх. Задержали дыхание. Зажали ноздри. Слева вниз. Зажали ноздри. И дышим. Левый вверх. Задержка. Право вниз. Задержка. Право вверх. Задержка. Лево вниз. Все отпустили. И посидели, почувствовали, как все поменялось, как все меняется. То есть практика осознанности нас не покидает. Ни во время упражнений, ни до, ни после. И дальше, если мы пойдем в туалет или завтрак там готовить, или уже на работу, или и так далее, делаем это вот с этим состоянием. То есть это состояние, оп, и понесли туда. А как только почувствуете, что начинают что-то раздергивать, мысли, люди, события, там новости, туда-сюда, то есть вспоминайте дыхание, медленный вдох, медленный выдох, и свою целостность, как бы возобновляем и культивируем такую целостность. Так. Ну что, попрошу еще ручки поднять, что вот позанимались, чтобы у меня какая-то была связь. Поднимите или напишите что-нибудь. Связь. Кто здесь? Вот. Есть Боря. Ага. Все, дорогие мои, спасибо. Я тоже поднимаю ручки. Спасибо. Завтра заключительный день. Завтра будет, ну, прям прогон по всей схеме. Ну, я две схемы дал. Сидячие не стал давать. Сидя, не все, я знаю, у меня на занятия приходят, не все могут сидеть. Поэтому стоячие очень хорошо продышиваются, диафрагма и все. Ладно, до завтра. Всех обнял. Благодарю. Спасибо.